мы с вами должны четко понимать, что работа министров очень разная. Вот там в последнем столбике был, например, Алексей Николаевич Бутылин, министр финансов Камчатского края. Про министра финансов граждане Камчатского края знают очень мало, а если знают, то только то, что он вредничает и не дает денег. Всегда говорит «нет». Но это не значит, что он плохой министр. Это значит, что у него такое ведомство и такая задача. И в этом и отличие главы района, если хотите, губернатора, как избираемой должности, от должности министра, которая не всегда на виду, но всегда должна быть профессиональной, ответственной и дисциплинированной. Поэтому я, безусловно, поздравляю лидеров. Это всегда приятно, когда люди замечают, голосуют, но предлагаю воспринимать это именно как приз зрительских симпатий, а основную турнирную таблицу выводить по количеству денег, которые в регион приносят те или иные министры, по дисциплине в завершении проектов, за которые они берутся, или по тому вкладу, который та или иная сфера дает для благополучия граждан Камчатского края. И тогда, наверное, у нас объективная картинка будет, а мы профессиональных коллег профессионально будем поощрять и отмечать их заслуги.